народные костюмы Беларуси, Татарстана, Азербайджана, русские народные мотивы. Изысканные детали, которые создают уникальные образы. А их авторы – оренбургские студенты. Это программа о тех, кто уже сделал правильный выбор. Меня зовут Алина Волохова. И в ближайшие 10 минут мы расскажем о специальности «Графический дизайн». История Бугурусланского колледжа уходит корнями в начало 20 века. Именно тогда здесь появилась учительская семинария. К 60-м годам она преобразовалась в училище. Одним из первых направлений стало как раз изобразительное искусство и черчение. Северо-западное Оренбуржье остро нуждалось в этих специальностях. Спустя время требования к профессионалам изменились. В 2015-м в колледже появилось направление «дизайнер», а спустя 2 года – «графический дизайнер». Дизайн костюмов, пейзажная живопись, академический рисунок – все это основы профессии. Профессии, которая сегодня уверенно шагнула в мир технологий. На смену кистям приходят компьютерные мыши, а краски теперь можно подбирать одним щелчком на клавиатуре. Все графические виды информации на сегодняшний день – это цифровые формы, которые требуют не только создания, но и каких-то спецэффектов, которые применяются в разных видах деятельности, начиная от фотографии, заканчивая там мультимедийными продуктами. Специальность очень востребована. Специалистов не хватает с такими знаниями, умениями, навыками. Эти ребята могут все, от создания визитки до дизайна архитектуры. Большинство знаний практической направленности. Это позволяет студентам в полной мере выразить свое творчество. Плюс ко всему, авторские программы и уникальные методики преподавания. Как результат, победы на региональных и всероссийских олимпиадах. И, конечно же, высокие результаты на WorldSkills. Анастасия Гузун учится на первом курсе. А за плечами уже призовое место на главном профессиональном чемпионате страны. Признается, что дизайнером мечтала стать с самого детства. Мы выполняли задания, которые нам давали. Там дизайны, разрабатывали дизайн упаковки, многостраничный дизайн, информационный дизайн, фирменный стиль самой компании. Ну, печатали это все, собирали, макет делали. Опыт набирался только от других студентов, потому что студенты были старше меня, у них опыта побольше. Я смотрела работы их. Мне было это интересно. Еще один лидер по версии WorldSkills – Алина Шафикова. Девушка рисует 6 лет. Кем хочет стать, решено было еще в детстве. В Бугурусланский колледж приехала поступать из соседнего Матвеевского района. После окончания планирует вернуться на малую родину и там прививать любовь к искусству ученикам художественной школы. Мне нравится живопись, нравятся яркие краски. И дипломная работа тоже я выполняю, цветочные натюрморты, масляные, с масляными красками. Москва, Волгоград, Саратов. Соперники на WorldSkills у студентов Бугурусланского колледжа всегда серьезные. Но за плечами каждого участника находится эксперт. Как эксперту было страшно именно за ребенка, как он отреагирует, как он будет там себя вести, как он поведет себя, сможет ли он справиться с задачами, с трудностями. Мы заданий не знали. То есть мы готовились по общим вопросам. А потом уже непосредственно, когда приехали туда, нам уже выложили все задания. И ребенок, не имея возможности поговорить с экспертом, самостоятельно приступал к выполнению этой задачи. WorldSkills – это мировая площадка. Главная особенность – тесное взаимодействие профессионального образования и бизнеса. Достойные результаты на конкурсе – гарантия престижной работы в будущем. Дмитрий Соловьев в прошлом студент Бузулукского колледжа. Сегодня преподаватель и успешный бизнесмен. Это творческое мышление, это креативность. Именно профессия дизайнера, художника, она позволяет реализовать себя больше, чем какие-то другие специальности, на мой взгляд. Если взять любую отрасль деятельности, дизайн необходим в ней. Вот. И сложилось так, что ранее же не было этой специальности. И дизайнеров у нас не хватает. Дмитрий – представитель династии бугурусланских художников. Дедушка, мама и папа – известные мастера изобразительного искусства. Гармония пропорций, игра света и цвета у него в крови.
Все это он передает своим студентам. Под руководством Дмитрия Соловьева будущие дизайнеры проходят практику уже 6 лет. Первые шаги под чутким присмотром мастера сделали и мы. Наша цель – изготовление сувенира с логотипом ОРТ. Это те знания, которые студенты отрабатывают на практике. И прямо сейчас мы посмотрим, как выглядит финальный этап. Вместе с дизайнерами мы сделали логотип нашего телеканала. И теперь надо нажать нам кнопку «Старт». Все верно? Да. Нажимаем «Старт». И вот здесь мы сейчас увидим, как происходит этот процесс. Для первого раза результат оказался очень даже неплохим. По словам наставника, твердую четверку мы точно заслужили. Век цифровых технологий, уверены специалисты, во многом меняет и отношение к изобразительному искусству. Абстракция форм, динамика современности и максимальное внимание к деталям. Новый взгляд, который становится более выразительным именно с помощью компьютеров и графических планшетов. Эта профессия актуальна становится потому, что развиваются информационные технологии. Ну и как бы все больше и больше именно графический дизайн востребован именно в этой сфере. Меня с самого детства стремилось к творчеству и как бы украсить мир, сделать его лучше, вот проектировать что-либо. Вот это для меня вообще самая основная задача. Я люблю эту профессию. Свое будущее девушка планирует связать с проектированием, но все-таки подчеркивает, в основе любого дизайна классическая живопись. Ей в колледже уделяют особое внимание. Натурное оборудование, подиумы, освещение и, конечно же, мольберты. Каждая мастерская обладает своей неповторимой атмосферой. Картины, скульптура, глиняная посуда и десятки костюмов. Предметный фонд колледжа насчитывает несколько тысяч экспонатов. Каждый – дело рук студентов педагогического колледжа. Более того, любое из этих произведений можно использовать для будущих творений. Натурные постановки, как итог работы и возможность проявить себя здесь и сейчас. Небольшие аудитории – 10-12 человек. Индивидуальная работа с каждым студентом. Объем, пространственная среда, цветовые акценты и светотеневые контрасты. Все эти знания делают будущих дизайнеров универсальными специалистами, будь то реклама или создание интерьеров. И сегодня это необходимо как никогда. Профессия графический дизайнер вошла в топ-50 самых востребованных специальностей в России. Получить образование по этой специальности можно на базе и 9 и 11 классов. От уровня подготовки зависит срок обучения. Студентам помладше предстоит провести в колледже 3 года 10 месяцев, а 11-классникам 1 год 10 месяцев. Обучение проходит только в очной форме. Богоусланский педагогический колледж – единственный в области, готовит именно графических дизайнеров. Однако профессию дизайнер вы также можете получить в Оренбургском художественном колледже. Обучающимся, которые стоят перед выбором, куда же пойти учиться, конечно же, нужно очень хорошо посмотреть на свои возможности, свой интеллектуальный уровень, свой творческий потенциал и в соответствии с этим выбрать свою будущую профессию. Тогда, когда профессия приходится по душе, она, конечно же, будет востребована вами. Профессия графический дизайнер не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. Средняя заработная плата в России – 20-25 тысяч рублей. Эти же цифры актуальны и в Оренбургской области. Самые высокие гонорары в Москве – 50 тысяч рублей. Чуть меньше в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – это 30-35 тысяч рублей. А, например, в Казани – 25 тысяч. Скульптура Аполлона, Венера Милосской – здесь сама атмосфера настраивает на особый творческий лад. И если вы уже сделали свой правильный выбор, вас всегда ждут в Богоусланском педагогическом колледже. Я же напоминаю, что за ходом нашего проекта вы также можете следить на официальном сайте ОРТ – media56.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи!